Fort Reef. Так, выставки. А надо было посмотреть, кстати, вот же вся информация это. Подземные так. Галереи, выставки, катамараны, маршруты. Стоимость посещения 150 ре, куда-то там, подземные галереи, еще 250. Единый, семейный. Да. А, вот. Вы здесь, касса. Входной 150, это в сам форт. Ага. Ну что ж. Ну что, пойдемте. Ну, 20 минут. Ну да, территорию просто осмотреть и все. Здесь опять идти.
Видишь, Оксана, будешь себя плохо вести, будешь вот такая же. Я постараюсь быть хорошей. Всё равно на целый день ехать, он катамаран взять, покататься можно было. В море унесло к шведским берегам, транзитом через Финляндию. Отдаленно напоминает вот эта крепость Сент-Тропе. Отдаленно, конечно. Там такой есть участок. Вот с правой стороны такое тоже вдоль моря. Какая-то крепостная стена такая какая-то идет. Какое-то кафе замученное. Самые красивые постройки — это старые вот эти. Со старыми досками. Интересно, даже с навесом, да? Даже с навесом. Ух, ёпты, смотри, какая штука-то металлическая. Ситроен. Такой времен эпохи Луи де Финесса и Пьера Ришара. Ну вот, пожалуйста, подхарчиться можно кашицей.
интересно. Вот, а здесь это дровишки сюда подсовывать. Вход на экспозицию, но... А вот это орудие, да, на северном форте мы только что видели. Надо купить. Вот это. Кафешка уютная, наверное. Угу. Как машина. Там. Да. Честно. Здесь даже посидеть можно. Это вот демон, это я даже это думал настоящий. Настоящий сидит, да? Партизанская правда. Самое интересное. Что, Оксана, тебе здесь нравится? Усталость как рукой, надеюсь, сняла. Ух, нифига, как разорвало-то. Тележка кокур до 10 снарядов. Mm-hmm. Вот там 10, вот 1, 2, 3. Густав Кане. Кане. 1846 год. Нихера себе пушечка. Ёперный театр такой зарядит. Оля-ля, здесь уже поинтереснее. В Хохлянде сейчас, наверное, таких стреляют. Ахтунг, пира-папира. Костер такой бросить, а? 31 год, блин. На дачу мне такой поставить. Ё-моё. Как он вообще летает? Как он вообще лететь-то может? Он же тяжелый.
Максима. Подземные галереи. Ну где эти галереи? Вот это что ли подземная галерея за 250 рублей? Что нам хотели втюхать? Непонятно. А здесь нельзя выйти? Ну, типа входные билетики у вас нет? Нет, ну есть. Сейчас. Хорошо, я не выбросил. Я думал, что они не нужны. Угу. Так вроде разорвали уже нам. Надо до конца нам разорвать. Вы можете ходить только по территории, но нельзя ни в одно здание зайти. Мы в кафе сейчас зашли. Ну, вам можно вот на вот только экспозиция вот понял. Это. Всё. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот это вот, чтобы посмотреть вот эту череду, надо здесь пройти, да? Вот. Идёт сила, там вот лесенка будет наверху, там да. Вы можете пойти. Очень я хотел посмотреть. Вот, можете пройти. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо, взаимно. Ой, самолетик стоит. Пойдемте самолетик посмотрим. Ничего, я не понял. Ну ладно. Никто не понятно. Я уже ходил, да не уже ходи, кроме кафешки. Так мы вообще вышли откуда? С экспозиции надо, блин. Я так понимаю, что здесь уже обратно не зайдешь. Через нее внутрь вот нельзя заходить. Надо было не выходить. Я думал, здесь подземная, написано подземная экспозиция. Я думал, что здесь. Вышли, а там это толстуха сидит. Я думал, она вообще не при делах. А она оказалась при делах. Надо. Я бы, честно говоря, прям дальше посмотрел бы экспозицию. Нет, что можно. Она говорит, вот там можно, а остальное да, нет. Остальное вот там. А вон там, кстати, паровоз-то, наверное, там стоит. Обещанный. Пройти. Да? Да. Мы можем вернуться, там еще пройти. Ага, паровоз-то все, тю-тю. Вот кафе. Паровоз угнали. Ну. Где? Автобус сейчас не едет. Экспозиция готовится к открытию. До 100%. Что, может, на автобусе сейчас? Нет, нам надо осмотреть экспозиционные. Ну там осталось-то самое смешное, вот эту вот часть посмотреть бы, да и все. Угу. Паровоз угнали. Я не понял, он летал, он настоящий или что, или это макет какой-то? Да на нем стрёмно летать-то было, я бы не полез бы туда. Гудроном намазали, да, как? Золотой костыль. Уезжает все. Ну давайте, поехали лучше. Если он уезжает, поехали. Хотел я посмотреть этот самый. Подземные галереи там, ну ладно. А, это мы здесь зашли, что ли? Точно. Да, конечно. Пойдем, Серега. Ой, спасибо. Уже обратно сил нету. Обратно сил бы не было уже идти.
меня нога болит. Thank you.
прошли все-таки. Спасибо большое, до свидания.